Уже 100 тысяч детей Пензенской области получили по 5 тысяч рублей к Новому году. Указ о назначении такой выплаты семьям, где воспитываются ребятишки до 8 лет, президент России Владимир Путин подписал 17 декабря. Деньги перечисляются автоматически, если в 2020 году подобные пособия уже выдавались. Заявление здесь необходимо только от тех, у кого ребенок родился после 1 июля 2020 года, ну и родиться после указа президента, который 17 декабря вышел, до 1 апреля 2021 года. Семьи, в которых после 1 января появится малыш, смогут рассчитывать и на материнский капитал. Действие такой государственной программы продлили на 5 лет. В следующем году размер этой меры поддержки увеличится. Индексация составит 3,7%. За первого ребенка, рожденного или усыновленного, начиная с 2020 года, также выдается материнский семейный капитал. И он установлен в размере 466 617 рублей в 2020 году, а с 2021 года 483 881 рубль. За второго и последующих детей маме начислят более 639 тысяч рублей. Начиная с 2021 года оформить материнский капитал и распорядиться его средствами можно будет быстрее. На выдачу сертификата МСК новый порядок отводит не больше 5 рабочих дней, на рассмотрение заявки о распоряжении средствами не больше 10 рабочих дней. Поскольку чаще всего эти деньги идут на улучшение жилищных условий, региональное отделение Пенсионного фонда заключило соглашение с филиалами крупных российских банков. Теперь при покупке квартиры или дома достаточно предъявить в финансовое учреждение сертификат для погашения имеющегося ипотечного кредита, процентов по нему или уплаты первоначального взноса. Кстати, материнский капитал оформляется автоматически на основании сведений, которые поступают из единой государственной информационной системы записи актов гражданского состояния. Узнать о его наличии можно в личном кабинете на портале госуслуг или на сайте Пенсионного фонда.